Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня я продолжу рассказ о студентах группы Игоря Дятлова. Сегодня мы поговорим о самом Игоре Дятлове. Итак, Игорь Алексеевич Дятлов. Эту серию я решил назвать «Смерть на взлете». И сейчас я вам расскажу про Игоря Дятлова. Игорь Алексеевич Дятлов родился 13 января 1936 года в городе Первоуральске Свердловской области. Папа у него Алексей Александрович Дятлов работал главным механиком на заводе хромовых изделий. Он проработал 40 лет на этом заводе и умер в 1970 году. Мама Игоря Клавдия Ивановна Дятлова всю жизнь проработала кассиром в клубе имени Ленина города Первоуральска. Умерла в 1994 году. В семье Игоря также был старший брат Мстислав Дятлов 1930 года. Сестра Руфина Дятлова, рожденная в 1938 году. И младшая сестренка Татьяна Дятлова, которая родилась в 1948 году. Сам Игорь родился в 36-м, напоминаю. Проживали они в частном домике на улице Садовой, 13, Первоуральска. Кстати, интересный факт, этот дом до сих пор стоит. Он такой в коричневый цвет покрашен, красивый такой, это покрыт крышей. В общем, дом до сих пор стоит, где я родился и жил Игорь. С родителями, с братьями и сестрами. Игорь рос пытливым ребенком, всем интересовался, очень много читал. У его папы, который работал на заводе, очень хорошая библиотека была. И Игорь все время в основном проводил за чтением книг. За год до победы Великой Отечественной в 1944 году Игорь поступает в первый класс средней школы номер 12 города Первоуральска. И в школе он продолжает также интересоваться, значит, книгами, очень много читает. Он отвечал за выпуск в школе стен газеты. Также. В пятом классе стал радиолюбителем. То есть вот у него увлечение к радиоделу, в общем, с детства проявилось, и он решил радиолюбителем стать. Стал радиолюбителем и получил регистрацию в Свердловском радиоклубе. То есть вот уже ребенком в школе он уже получил регистрацию, то есть стал радиолюбителем. То есть членом Свердловского радиоклуба был. Ну вот, есть сохранилась школьная характеристика Игоря Дятлова. Сейчас я вам ее зачитаю. Дятлов Игорь Алексеевич учится в Первоуральской средней школе 1944 года. Это вдумчивый, серьезный юноша с блестящими способностями. Скромность, отзывчивость товарищам, незаурядное трудолюбие, простота в отношении к учащимся снискали ему прочный авторитет среди ученического коллектива. Игорь Дятлов предельно исполнителен. Ведет большую общественную работу в школе. Участвует во всех лыжных соревнованиях. Является членом исполнительного комитета комсомола. На протяжении многих лет редактирует общешкольную и классную стен газету. Ну, является общим любимцем. Душа всех вечеров, инициатор всех школьных развлечений и мероприятий. Любит литературу, много думает. Наиболее сильным увлечением Игоря Дятлова является физика. А так после уроков он ведет работу в физическом кружке по изучению основ радиотехники. Является радиолюбителем с 5 класса, зарегистрированным в Свердловском радиоклубе. Самостоятельно стал заниматься изготовлением радиоприемников, детекторного, лампового, звукозаписывающих аппаратов, механической системы. Активно участвует в радиофикации школы. Смонтировал усилитель мощностью 25 Вт самостоятельно. Очень много читает дополнительной литературы по электро- и радиотехнике. У него единственного в классе есть желание поступать на радиофакультет политехнического института. Интересный факт, что только он решил на радиофакультет поступать. Как чувствовал в себе силы. Дома Игорь имеет прекрасно оборудованный уголок с инструментами и приборами для занятий радиолюбительством.
За изготовленный магнитофон самодельной записывающей и стирающей головкой на 5-й областной выставке детского творчества в Свердловске ему присуждена первая премия. Вот обратите внимание, то есть паренек из Первоуральска, небольшого городка, 43 километра от Свердловска, участвовал в выставке и первую премию завоевал. Самостоятельно изготовил магнитофон, записывающий и стирающий головкой. После окончания 7 класса в 1951 году Игорь отправился в первый самостоятельный турпоход со старшим братом Мстиславом. С собой он взял в поход лично собранный радиоприемник. И вот как это было, я сейчас вам расскажу. Вспоминает турист Владимир Полуянов. Владимир Полуянов, напоминаю, это одноклассник старшего брата Игоря Мстислава Дятлова и его однокурсник по Уральскому политехническому институту. Вот Владимир Полуянов рассказывает. Желание путешествовать по реке Чусовой среди студентов УПИ было великое. Набралась группа 12 человек, что не так уж мало. Надо учесть, что в 1951 году туризм в УПИ у нас в институте только-только начинался. Мы рассчитывали максимум на 10 человек, две лодки по 5 человек. И в кратчайший срок нам надо было срочно купить вторую лодку. За покупку лодки взялись мы с Мстиславом Дятловым, моим однокашником. Мстислав Дятлов долго держался в туризме, своеобразный сердечный парень, влюбленный в радиотехнику и в туризм. И он взял своего 15-летнего брата Игоря Дятлова, которого я увидел впервые. И на судьбе его я хочу остановиться отдельно. Благодаря этому пацаненку Игорю мы в походе были собственным самодельным приемником, что в 51 году представляло собой весьма-весьма редкую вещь. Только в нашей группе был такой радиоприемник, все нам дико завидовали. Не думали мы тогда, что беря в поход этого парнишку худенького, что он на всю жизнь влюбится в туризм и 8 лет спустя отдаст самое дорогое свою жизнь в одном из походов. Этот худой, долговязый парнишка, нескладный с виду, с далеко не с красноречивым выговором, обладал поистине феноменальными способностями в области радиотехники. Уже в 15 лет он делал довольно сложные приемники и магнитофоны. Он поражал учителей своими способностями, и можно уверенно сказать, что в будущем наука приобрела бы в его лице своего достойного сына. Игорь был очень скромным человеком, которого меньше всего интересовали развлечения. Он больше любил науку. Он очень много читал, делал выписки, выписывал какие-то данные из книг. И все свободное время у него было две страсти. Значит, книги и туризм, что вспоминает Владимир Полуянов. Игорь увлекался коротковолновой радиосвязью, имел зарегистрированный радиопередатчик, собранный им самим. Что интересно, высококлассные любительские передатчики работали тогда на 7-8 радиолампах. А Игорь сделал передатчик во всю стену на 17 лампах, который работал великолепно и брал с большой дальностью. И передавал, и принимал сигналы. Это вот вспоминает однокашник старшего брата Игоря Мстислава. Дальше рассказываю. Идем по воспоминаниям. Евгений Зиновьев в статье «Какие были ребята» пишет. Евгений Зиновьев, напоминаю, тоже учился в УПИ. И как бы есть его, сохранились его воспоминания. В общежитии номер 10, где жил Игорь Дятлов, тоже появилась работная им рация. Он часто пользовался ей для связи с родными в Первоуральске. И таким образом просто решал проблему междугородных переговоров. Для сравнения, расстояние между домом Дятловых на улице Садовой, 13, Первоуральске, и УПИ составляло около 43 километров. Хорошая современная рация обычно имеет дальность связи 5-6 километров в городе и 30 на открытой местности. Это так называемые дальнобойные рации. Игорь же изготовил рацию, которая брала 43 километра уже тогда. Ну, после окончания школы Игорь поступает на первый курс на радиотехнического факультета УПИ в группу Р-57. Что интересно, на этот же поток, только в группу Р-204, вместе с ним поступает Зина Колмогорова. И тогда они еще на первом курсе с ней знакомятся. Игорь селится в общежитии, в общем, собирает приемник, как я уже рассказывал, и разговаривает со своими родными.
56-м году он становится членом сборной области по туризму. Ну, в такие молодые годы. Вспоминает его однокашник Петр Бартоломей. В фильме телеграфного агентства «Урала» «Тайна перевала Дятлова» в первой серии Петр Бартоломей рассказывает. Было несколько походов, где уже будучи студентом, проявил себя как специалист Игорь Дятлов. То есть мы попадали в глухие места, где сразу обращались с просьбой. Нет ли у нас человека, который может приемник починить? И вот из ничего, можно сказать, не имея с собой никаких инструментов, Игорь Дятлов каждый раз каким-то чудным образом выкручивался из положения и доставлял людям радость, потому что давал возможность слушать им радио. При сплаве с 6-м погодном на реке Кизир Дятлов применял самодельные рации для связи между плотами. То есть плот уходил за поворот куда-то, и они могли разговаривать, предупреждать об опасности. Что интересно, Игорь тогда увлекся использованием своих приемников транзисторов. Это было новым словом в радиотехнике, что позволило Игорю тогда уже уменьшить размер устройства и снизить энергопотребление. Это вот Бартоломей, слова Бартоломея, который сейчас живой, проживает в Свердловске, его однокашник. Который с ним учился в УПИ. Дальше тоже студент УПИ Валентин Якименко рассказывает в статье «Игорь Дятлов. Уральский следопыт». Журнал «Уральский следопыт» номер 1 2009 года. Валентин Якименко рассказывает. Однажды в одном из наших походов один участник, не буду называть его фамилию, соблазненный видом сгущенки, которую носил в своем рюкзаке, так называемый НЗ, решил растратить его и втайне от группы съел эту банку НЗ. Позже, мучимый совестью, рассказал об этом своему руководителю Игорю Дятлову. Игорь Дятлов не ругал, не стыдил, не кричал. Он помолчал и потом сказал: «Вернемся в Свердловск, заплатишь в кассу группы стоимость банки сгущенки». Об этом случае помнили, рассказывали много лет, как Игорь умел решать трудные задачи, не унижая провинившихся без крика и всяких истерик. Просто решил вопрос на месте и закрыл его. Вновь вспоминает Петр Бартоломей. Я больше всего связан с ним, потому что я прошел несколько походов, и у меня впечатление о нем только хорошее. Когда Игорь был в походе, это был замечательный друг, замечательный товарищ, с которым готов был идти на любые трудности, потому что он не оставит в беде. Мы знали это, Игорь всегда прикроет спину. Он был человеком с большим юмором. Чувствовалась в его словах большая эрудиция, и с ним было просто даже интересно разговаривать. Вообще Игорь был человеком исключительно неординарности. Он до сих пор стоит у меня перед глазами в нашу последнюю встречу. Это вспоминает Петр Бартоломей. В 1956 году Игорь закончил второй курс УПИ и был включен в состав сборной команды Свердловской области по туризму. И команда тогда совершила поход высшей категории трудности по Восточному Саяну. Ну, Восточный Саян, напоминаю, это в Хакасии. Находится. Там горные вершины, горы большие. Далее, значит, в следующем, в 57-м году, когда Игорь был уже на третьем курсе, на зимних каникулах Игорь уже как руководитель руководит походом по Северному Уралу. О чем сохранился об этом походе дневник и есть отчет. Маршрут был таков. Свердловск, Полуночная, Вижай, Новый, гора Лайс, устье реки Тахты, река Вижай, подножие Молебного камня, река Велс, исток реки Кулыр, Ивдель, Зимовье, Северный Три, Юртище, Ивдель и возвращение в Свердловск. После этого похода Игоря избрали председателем турсекции УПИ. Тоже интересный факт. То есть, как бы, ну, человек заслужил, был руководителем очень трудного похода зимнего на каникулах в январе. И вот его избирают председателем турсекции. А Зиновьев в своей книге «Следы на снегу» вспоминает. Дятлов, безусловно, являлся самым активным действующим спортсменом и одним из лучших организаторов самодеятельного и массового туризма в нашем институте. Конечно, в его команду нелегко было попасть. Он предъявлял высокие требования не только к физическим кондициям ребят, выносливости, физической силе, но прежде всего Игорь предъявлял требования к моральным качествам человека, совместимость, общительность, терпеливость, способность восхищаться и радоваться природе. Носить в коллектив свежую струю, умение петь, веселиться, играть, расслабляться. Также Игорь очень увлекался фотографией и как бы сам снимал в походе очень много. И далее Зиновьев вспоминает.
Игорь не просто отбирал, он готовил ребят к трудным походам. Помню, перед саянскими выездными лагерями мы в марте-апреле перед весенней распутицей выезжали с ним на склон горы Волчихи. Учились ходить в связках по скалам и заснеженным склонам, познавали секреты ориентирования на местности и устраивали холодные ночевки. При этом имитация настоящего похода отрабатывалась с помощью балластного, обратите внимание, с помощью балластного груза в рюкзаке. И у нас даже появлялся натуральный пот на наших спинах при ходьбе по провалившемуся снегу. Игорь не мог каждого взять в свою команду, отправляющуюся в категорийный подход. Но поэтому формировала из нас группу, уже подготовленных к самостоятельному прохождению маршрутов. То есть, кто не прошел все отбор, мест не хватало в команде. Он формировал другие команды, то есть люди входили в другие группы, рекомендовал их уже. То есть люди прошли подготовку с грузом, с этими камнями, с балластом в рюкзаке. Показали себя, дошли до конца маршрута. И Игорь просто рекомендовал их в другие группы, другим руководителям. То есть человек прошел отбор. Игорь рекомендовал нас в другие группы, причем делал это с искренней заботой и доброжелательностью, что для меня тогда было удивительно. Он пользовался авторитетом среди участников путешествий. Его решения, принимаемые на маршруте, не были авторитарными. Они были тщательно продуманы, рациональными и приняты всей командой. Игорь всегда выслушивал каждого, задумывался над проблемой, а в конце выносил решение, которое устраивало всех. Но он всегда всех выслушивал, никогда не говорил, что будем делать, как я. Всех выслушает, обдумывает все и потом принимал решение, которое устраивало всех. Это вот вспоминает, кто с ним ходил в походы. И вот он пошел, приготовился в последний поход, в котором он погиб зимой 59 года, в феврале. Что интересно, перед этим походом, как предчувствие было у матери, мама все говорила: «Игорь, может, уже не пойдешь, тебе же диплом надо готовить». А Игорь, он ей говорит: «Мама, все, это мой последний поход. Последний раз мы сходим, а дальше будет только наука. Ты, мамочка, не беспокойся». Это вот перед походом он маме сказал. Ну вот, и дальше, значит, ушли в поход. И погибли ребята. И вот сейчас живая младшая сестра Игоря, Татьяна Алексеевна Перминова, она проживает в Екатеринбурге. Вот как она вспоминает, как они узнали о гибели брата. «Был конец февраля, приближался праздник 8 марта. Я готовила маме подарок. Хорошо помню, что я вышивала ей крестиком вафельное полотенце. Все наши были дома. Мне тогда было 12 лет. Вдруг зазвонил телефон. Я первая взяла трубку. Говорю: слушаю. Позовите взрослого. На том конце провода мне сказали. Я позвала старшего брата Мстислава. Он взял трубку, долго слушал. Его лицо стало белым, как бумага. Будто он состарился в один миг. Старшего брата таким я первый раз в жизни увидела. Потом Мстислав очень тихо положил трубку и сдавленным голосом сказал: Игорь погиб. Теперь уже это определенно. Я заплакала. Мстислав прижал ко мне голову, плечи его дрожали. Мы стояли с братом посреди комнаты и не понимали, что нам делать дальше». Это вот воспоминание младшей сестренки, которая жива до сих пор, Татьяна Перминова, сестра Игоря Дятлова. Ну, в общем, он вот погиб. Они были доставлены в Свердловск. Ребята их нашли первыми. Зину, потом Игоря. Сейчас я хочу рассказать о повреждениях, которые как найдены были на трупе Игоря Дятлова, который описывал Борис Возрожденный, эксперт в морге. Значит, присутствуют мелкие ссадины темно-красного цвета на лобных буграх. Напоминаю, лобные бугры – это над бровями. В области левой надбровной дуги левая ссадина буро-красного цвета пергаментной плотности, полученная прижизненно. Напоминаю, если левая надбровная дуга,
как бы я могу это как прокомментировать, предположить, что получил удар справа, ну, то есть бил правша, так скажем. На верхних веках обоих глаз мелкие ссадины. Но вот здесь на веках ссадины, здесь может быть осколочки льда прилететь как-то, когда Игорь уже был с закрытыми глазами лежал. То есть тут как бы вопрос спорный на веках именно. Мелкие ссадины это. Далее идем. На спинке кончики носа участок буро-красного цвета пергаментной плотности размером 2 на 1,5 сантиметра. Ну, здесь, ну, что можно сказать? Комментируя вот данное повреждение, эксперт Туманов сказал, что Игорь получал удары в область носа. То есть, вот так это было сказано. Далее, в области обеих скул ссадины буро-красного цвета под сухой коркой. Справа мелкие, а слева большие 3 на 1,5 сантиметра. Ну, опять же, это о чем говорит? Что удары получал, как били с правой стороны. Чаще получал он удары в основном. На губах у трупа запекшаяся кровь. Губы разбиты. Это вот возрожденные. То есть, естественно, то есть, как Игорь получал удары. То есть была драка, его избивали. Отсюда мы можем сделать вывод. Далее. На нижней челюсти отсутствует центральный зуб, резец. Зуб потерян при жизни. То есть Игорю выбили нижний зуб на нижней челюсти. Центральный зуб был выбит. Далее. На левой щеке мелкие ссадины. Опять же, от ударов может от падения быть. На нижней трети правого предплечья и ладонной поверхности мелкие ссадины. Ну, вот это тоже, возможно, от ударов образовалось как вариант. Может, различное чего-то. Идем дальше. В области пясно-фалангеальных и межфалангеальных сочленений мягкие ткани буро-лилового цвета. Ну, мягкие ткани, то есть под кожей. Буро-лилового цвета. Покрыты сухими запекшимися корками с кровоизлиянием подлежащие ткани. Речь идет о кисти правой руки. Переводя на общедоступный язык, можно сказать, что у Игоря Дятлова сбиты костяшки правого кулака. Это случилось за некоторое время до наступления смерти, что привело к образованию на ранках кожи корки из запекшейся крови и кровоизлиянию в травмированную область. В этот момент периферийное кровообращение еще сохраняло активность, оставалось близким к нормальному. То есть эти повреждения на пясно-фаланговых суставах получены как бы в драке, еще при жизни. Но они задолго до смерти, потому что если бы это было во время смерти, когда уже процесс замерзания шел, то есть Игорь уже лежа умирал от замерзания, без сознания, как мы предполагаем, кровоизлияние в подлежащей ткани не наблюдается, то есть если бы он умирал, а это именно при жизни. То есть тут, как высказался судмедэксперт Эдуард Туманов, часов за сутки приблизительно, либо часов за 12, то есть имел какой-то конфликт, драка. Вот эти вот как раз повреждения на пясно-фаланговых пальцах, на суставах, и показывают о том, что была какая-то драка за сутки, либо за 12 часов до смерти. Но не во время смерти эти повреждения получены. Идем дальше. На левой кисти также отмечены ссадины бурно-лилового цвета пергаментной плотности. Ну, понятно, вот эти ссадины буро-лилового цвета пергаментной плотности, размеры интересные у них, 2 на 2 сантиметра. Это может быть получиться тогда, когда, допустим, левой рукой человек инстинктивно закрывается от удара чем-то, причем от удара либо дубинкой, палкой, ну, каким-то тупым предметом. И вот эти ссадины буро-лилового цвета не от удара, то есть не он бил левой рукой, а именно он защищался, эти ссадины образовались от того, что по нему, грубо говоря, по левой руке, левой кисти Игоря чем-то дубасили, это уж так уже по-простому, били, просто били. И Игорь пытался защитить лицо, как я понимаю. Идем дальше. На ладонной поверхности левой руки, ладонная поверхность левой руки, ладонь, вот эта область. Зафиксирована поверхностная рана от 2 до 5 пальцев. Понимаете, да? От 2 до 5 пальца. Вот так.
глубиной до 0,1 сантиметр, ну, 1 миллиметр, грубо говоря, 1-2 миллиметра получается где-то. Эта рана идет поперек всей ладони. Больше всего подобная рана напоминает разрез при попытке схватиться левой рукой за лезвие. То есть это написано в документах, это не я придумал, это вот описывается, какие повреждения на трупе у Игоря. Это я к тому, что вот про все эти бредовые теории о лавине, о снежной доске. Да, снежная доска и лавина была с ножами. Ну да, нормально, конечно. Ну, с ножами, да. Идем дальше. В области коленных суставов отмечены ссадины темно-красного цвета размером 1 на пол сантиметра на правом колене и на левом пол сантиметра на пол сантиметра. Здесь может быть то, что Игорь, допустим, сбивали с ног, и он падал коленями, именно ударялся. Ну, такие могли. Именно ссадины темно-красного цвета. Они получены перед смертью, напоминаю. На нижней трети правой голени осаднение кожи. Ну, тут непонятно, как бы, ну, это повреждение есть. Кто-то высказывает предположение, вот это осаднение кожи, что Игорь могли связывать ноги, то есть удерживать его на месте, пока расправлялись с остальными убийцами. Ну, вот я описываю то, что есть. То есть тут уже просто думать надо. Далее идем. В области левого голеностопного сустава на передней, боковой и задней имеются ссадины буро-красного цвета. То есть получается у нас на правой голени осаднение кожи, и такие же осаднения идут у нас на левой голени с кровоизлиянием подлежащей ткани. Тут либо связывание, либо какие-то удары именно по голени сзади, пытаясь сбить человека с ног. То есть, если сами знаете, резкий удар по голени очень болезненно, как бы хорошо попасть можно. Скорее всего, могли бить сзади. Ну, это как вариант. Это гипотеза, я ничего не утверждаю. Я просто рассказываю, как это вот есть, как это записано в документах исследования трупа. Решать, рассуждать вам. И вот далее описывается. Все описанные повреждения получены при жизни Игорем Дятловым. То есть посмертных повреждений никаких нет. В свидетельстве о смерти Игоря Дятлова указана причина смерти – охлаждение во время туристического похода. Ну, вы знаете, там версия, что основная была замерзание, как прокуратура все это дело вела. И пришли к выводу, что студенты замерзли. Сами виноваты, сами замерзли, сами без одежды. Ну, за идиотов студентов считают. Говорится, человек без одежды бежит и так далее. Ну, конечно, ну, Игорь Дятлов не был идиотом, я вам хочу сказать. И дятловцы не были идиотами. Просто когда человек умер, легко его обвинять во всем. Он не может защитить себя. Так вот, я вам скажу. Эти люди защитить себя не могут. Но есть мы, а мы их защитим. Не позволим всяким провокаторам придумывать небылицы. Они, еще раз говорю, они не были идиотами. Это были очень опытные туристы. Ну вот я вам сейчас про Игоря Дятлова рассказываю. Смотрите, всего Игорь Дятлов за свою жизнь совершил 10 походов. Да, вот как бы ему 23 года было, у человека было 10 походов. Перечисляю, это все документальные свидетельства. То есть есть отчеты, дневники сохранились. Это не сказки, которые наша прокуратура доблестная придумывает. Там лавина и всех убила. Сказочники, да. Я еще скажу, да, лавина всех убила, а еще... Дятловцы убили президента Кеннеди. Пожалуйста, да. Ну а что, почему бы нет? Если вы врете, давайте уж врите по большому, по масштабу. Ну ладно, это небольшое отступление. Вот Игорь Дятлов совершил летом 1951 года Средний Урал водный поход второй категории. Напоминаю, ему тогда было 15 лет. Зима 55-го, Южный Урал, лыжный поход первой категории. Лето 55-го, Северный Урал, пешеходно-водный второй категории. Игорь уже руководитель похода в 55-м году. То есть он уже идет как руководитель. Вот представляете, он в 54-м году поступил на первый курс радиофака УПИ
И в следующем году он уже как руководитель похода. Это о чем-то говорит. То есть человек уже опытный был, умел многое. Его уже поставили руководителем. То есть не просто там поход, а отвечал за людей. То есть он обязан был в поход пойти с ними. И все, чтобы нормально прошли маршрут, вернуться. И получили как бы свои категории спортивные. Что Игорь успешно и делал. Следующий, 56-й год, Восточные Саяны, Хакасия. Пешеходно-водный маршрут третьей категории сложности. Тот же год, 56-й, зима, Средний Урал, уже поход первой категории. Игорь опять идет как руководитель. Зима 57-го года, Северный Урал, поход второй категории. Игорь опять руководитель похода. Лето 57-го года, Кавказ, горно-пешеходный поход второй категории. Опять же руководит Игорь. Лето 57-го года, в это же вот на Кавказ он сходил, они и вернулся, они пошли. На Средний Урал пешеходный первой категории. Игорь опять руководитель подхода. Зима 58-го года, то есть за год до гибели. Приполярный Урал, третий поход, поход третьей категории сложности, Игорь опять руководитель. И лето 58-го, ну в этом же году, только раньше, он сходил на Алтай, горно-пешеходный третьей категории, опять был руководителем. Всего за свою жизнь Игорь совершил 9 походов и погиб в 10-м. Ну, вот такая цифра. То есть было 9 человек, 9 походов прошел, погиб в 10-м. Напоминаю вам, в предыдущих моих рассказах о Семене Алексеевиче Золотареве. Золотарев совершил за свою жизнь 30 походов. Ну, понятно, он был постарше, как времени у него больше было. Он совершил 30 походов и погиб в 31-м. Игорь совершил 9 и погиб в 10-м. То есть люди были опытные, даже Игорь вот совершил 9 успешных походов, и почти так, 8 он был руководителем, это как бы о чем-то говорит. То есть человек был очень опытный. И вот их Дятлов считают идиотами, что они на склоне 1079 палатку разбили мифическую, которая вообще им не принадлежит. Я просто вам предлагаю эту палатку, в уголовном деле ее длина 4 метра 33 сантиметра, разместить. Мы будем еще Юдина брать, Юдин же тоже должен был до конца идти. 10 человек со всем снаряжением, с печкой, с рюкзаками, с одеялами, со всем шмурдяком, так сказать. Пусть они там разместятся, попытаются одеться и переодеться. Я вот очень посмеюсь, если я на это посмотрю. Просто взять палатку, соорудить такую. Да никогда не получится, понимаете? Туристы, они не идиоты, они должны в тепле переодеваться. То есть, когда работает печка, не на улице, а снять фуфайку, там, свитер вывернуть, раздеться, переодеться. И поэтому, они никого, это, понимаете, как спичный коробок, говорю, в коробке спички, там, 100, сколько там, 90-100 спичек, ну, это. А нас считают, и Дятлов считают идиотами. То есть поставили левую какую-то складовки, вытащили мифическую палатку 4 метра, 33 метра, разрезали изнутри, там разрез сделали. И типа дятловцы дураки такие убежали, а все фуфайки, шапки остались. Я хочу таким господам сказать, запомните, при любой опасности, угрозе и так далее, неважно, лавина, не лавина, там любая опасность, человек, выбегая на мороз, он не идиот, они все были туристы с опытом. Он всегда захватит, вот он спит, да, допустим, фуфайка рядом, фуфайка скатанная под головой. Он, это одно движение, полсекунды, взять просто под мышку фуфайку, на крайняк и шапку, понимаете? А под другую мышку взять два валенка или два ботинка и выскочить, на то пошло. Ну, у нас же прокуратура идиотами всех людей считает, всю страну получается теперь. Все, лавина, они раздетые выбежали и побежали, а потом не смогли вернуться, да, конечно. Ну, это я так, отступление. Просто не надо считать, и Игорь Дятлов, и все студенты не были идиотами. Просто возмущает вот это вранье, всеобщее вранье, понимаете? Ну, это просто идиотизм. Я, конечно, вот я в своих рассказах расскажу обо всех студентах по порядку. То есть, последний рассказ будет про Юдина. А потом я буду рассказывать про поход и как приблизительно это было. И тогда вы все узнаете про все эти лавины, ракеты. И весь этот идиотизм, ну просто маразм, палата номер 6 отдыхает, называется. Я вам расскажу про все это. Теперь я примерно представляю, как это было. Я всю жизнь занимаюсь делом Игоря Дятлова. Примерно я теперь представляю, как это было. И вот, рассказывая об Игоре Дятлове, в конце я хотел бы привести, ну, как бы тут слова из песни. То есть есть такой автор Мияги, песню писал для Эндшпиля и Энди Панды. Песня называется «Говори мне». Я взял эти слова просто, ну вот как бы, ну, чтобы оно было посвящено Игорю Дятлову. Итак, памяти Игоря Алексеевича Дятлова.
студента УПИ, убитого в походе в феврале 1959 года. Мракобесие нависло над окрестностями тайги. Мы пропали без вести, дремучий лес, моя душа. Меня решили заклевать, завербовать, слепая ненависть кочевников. Если я что-то делал не так, простите, мне бы не пасть от каскадов этих темных, никому не нужных сил. Напрасно точите свои мечи, кочевники. Я светом буду выжигать улыбки на устах, чтобы громко об этом всему миру рассказать. Наступит день, и вы меня поймете и услышите, что нету времени на то, чтобы рассказать. Моему искреннему сердцу, вам, мои потомки. Удар заставил меня замолчать. Это вот было посвящено памяти Игоря Алексеевича Дятлова. Значит, дальше я буду еще рассказывать о дятловцах. То есть я хочу рассказать, какие они были до похода люди. Потом мы с вами будем рассматривать этот поход полностью в комплексе. Рассмотрим все показания, я все это расскажу, зачитаю. Это, мне просто, понимаете, вот у меня канал «Мысли об истории», скажу честно, я его хотел назвать немножко по-другому, когда задумывал. Я его хотел назвать «Территория правды». Ну, потом задумался, что будет много нападок, как бы «Территория правды» и так далее. Правды в жизни нету, как у нас говорят. И, ну, пафосное название слишком. Я решил все-таки остановиться мыслям об истории. То есть это мои мысли об истории и ваши мысли, мысли моих подписчиков и зрителей. Мне интересно, что вы думаете, поэтому пишите комментарии. Ставьте лайки, конечно. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет как бы интересно. Я буду рассказывать, как это было. То есть, опираясь на факты воспоминания, придумывать здесь ничего не надо. Все эти мифические эти НЛО, ну, это как версия имеет право на существование. Ну, так скажем, к моей радости или к моему сожалению, это к делу не относится, как говорится. Только об этом можно говорить, но там этого не было. Там было тяжкое преступление, массовое убийство студентов. То есть убили 9 человек, и, к сожалению, в то время никто за это не ответил. Убийцы были известны, но никто не ответил, к сожалению, на это. Кто эти убийцы, мы теперь предполагаем. Я говорю «мы», потому что у меня есть коллеги, товарищи, мои единомышленники. Мы совместно к этому постепенно пришли. И на сегодня, скажем так, я знаю, почему их убили, кто убил, примерно как это происходило. Единственное, я пока не знаю места, где их убили, потому что убивали их не возле кедра, это однозначно уже. Тому очень много свидетельств, я потом об этом все расскажу. Их туда, грубо говоря, их туда перевезли, просто притащили. Убивали где-то рядом. Там же и следы крови. Кстати, и палатка настоящая, 10-местная, сшитая из двух. Когда убивали дятловцев, ее порвали, она в крови была вся. Возможно, было прострелено дробью либо пулями. Эту палатку инсценировщики уничтожили там же, где их убили. Потому что палатка, это прямая была улика к убийству. Ни прокуратуре, ни обкому убийства не было, естественно, нужно. У них основная версия замерзания. Поэтому палатку там же сожгли на месте. А трупы дятловцев и их вещи перевезли сюда к кедру и... Да, а вот эту палатку на высоте 1079, которую 62 года уже мусолят, и которую привязали 64 весь этих дебильных, ее там поставили. Эта палатка просто из загашника, откуда складовки взяли и воткнули. Не нашли большую двухместную, а воткнули вот эту. Вот и все. Изнутри разрезы сделали для вида. Инициировали, что дятловцы такие идиоты, ага, побежали в мороз, в пургу, а потом не смогли вернуться. Я еще раз говорю, не надо делать из... нормальных, проверенных, опытных туристов, студентов, идиотов. Они не были идиотами. Вот обращу ваше внимание, в то время, если вы вот посмотрите просто данные, я потом еще буду об этом рассказывать. В одно время, в это время пошли 5 групп вместе с Дятловской. То есть там были блиновцы, группа Шумакова и ну, еще были группы. Всего 5 групп. Все почему-то 4 группы вернулись, хотя у некоторых даже еще больше было сложностей. Все вернулись живыми, здоровыми. А дятловцы не вернулись. Да, и тут же замерзание, какое-то замерзание. А хотя, напоминаю, у Игоря Дятлова была самая опытная группа, его группа вообще в УПИ считалась самой подготовленной.
И не надо просто считать людей идиотами, как их хотят сделать, понимаете? То есть произошло тяжкое убийство, ребят убили. Ну, приказ пришел из обкома, прокурорским, все это дело замять. Поэтому инсценировали замерзание, покидание левой, какой-то привезенной непонятно откуда палатки. На месте инсценировали все это, трупы раскидали, все. Поэтому и трупные пятна не там не соответствуют положению, как все это Судмедекс против Туманов, в частности, говорит. И все, все на все остальное. А четверку в ручей почему сбросили? У них наиболее сильные были повреждения, когда их убивали. Решили, чтобы они в ручье в воде быстрее разложатся, меньше будет следов. И кто их, может быть, найдет, а может не найдет. Но если найдут, подумают, что ничего не подумают, потому что мясо слезет, кости будут кости, а повреждений не будет видно. Но четверку эту в мае нашли, и все-таки повреждения на них были. Причем страшные повреждения. Особенно на люди Дубинина и Семене Золотареве. Да и Коля Тибу. Там все сразу понятно. Два удара, как часового сняли, был дежурный. От одного удара он руку поднял, он предплечье правое защитился, страшный синяк. А вторым ударом в череп просто добили человека, и все. То есть Колю Тибу убили. Но это об этом я еще вам расскажу. Сегодня у нас тема была об Игоре Дятлове. Поэтому вот так вот. Так что пишите комментарии ваши, ставьте лайки. Уважаемые подписчики, подписывайтесь. Зрители, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Дальше будет еще интересней. И еще раз повторю, что на моем канале будет только территория правды. Сказки, фейки мне не нужны. Если я чего-то не знаю, я просто об этом не скажу. Но если я вот что-то произношу в эфире, я отвечаю за каждое свое слово, понимаете? А я за свои слова умею отвечать. Ну и что? И в конце хочу сказать спасибо за внимание. Все еще только начинается. До свидания. Смотрите мой канал.